крутится на месте. Из-под давления двух соперников делает передачу на Козуна с острого угла. Мецелу тому переиграть не удалось. Зарипов устремляется вперед. На Голышева делает передачу. Голышев выходит один на один. Зарипов. Трибунам, ну что же вы не благодарите вратаря за такой сейв? Цикла смотрит, Голышев оставляет Зарипову, бросок поворотом и клюшкой! Илья Сорокин остановил эту шайбу после броска. Это вот тот самый случай, сейв когда... матча? Да,